У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты. Все вместе. Это очередной матч чемпионата. Судя по статистике, матч может получиться довольно односторонним. У хозяев лучший результат по забитым, а у гостей худший по пропущенным мячам в лиге. Да, что называется, этот матч может пройти сегодня в одни ворота. Смотрим состав Уфы. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Посмотрим, будут ли сегодня какие-то изменения в этой тактике. Игра началась. Смотрим. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасная атака. Атака остановлена, но кто получит мяч? Опасно здесь может быть. На чужой половине начал прессинговать соперника. Заработал аут. Дмитрий Стоцкий. И подача туда, в сторону ворот. Да, вот так удар. Да, не получилось у него прицельно пробить головой, и мяч отправился совсем не туда, куда должен был. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Вячеслав Кротов. Дмитрий Стоцкий. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И вперед он идет. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Дмитрий Стоцкий. Отнял мяч у нападающего в своей штрафной. Вячеслав Кротов. Это может быть опасно. Казалось, вот-вот. Он с мячом и продолжает. Поднимает флажок, боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Посмотрим за этой атакой. Судья показывает, что будет угловой. Самое скопление игроков, угловой подан. Вячеслав Кротов. Дмитрий Стоцкий. Тут может что-то получиться. Вячеслав Кротов. Перекладина спасает. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой.
Давно уже ходят слухи о том, что он собирается завершить карьеру. Ну, ему, конечно, виднее. Может, он чувствует, что никак не наберет форму. Но в Отличный удар! Лайцман показывает на угол поля. Будет подача. Или розыгрыш, посмотрим. Не торопится арбитр со свистком. Штрафной удар. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Мяч летит в сторону ворот. Невероятное спасение. С углового мяч будет введен в игру. В центр штрафной подан мяч с углового. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Отлично сыграно. Надо решать. Он просто не заметил оппонента. Момент упущен, навес не получился у игрока. Вячеслав Кротов. Дмитрий Стоцкий. Отлично. И это удар. Забивать нужно было, но он двинул мимо ворот. Он сам не понимает, как он не забил. А на табло по-прежнему нули. Дмитрий Стоцкий. Может получиться интересная атака. Удар. И гол он забивает. Выводит команду вперед. Наконец-то они все-таки смогли забить мяч и воплотить свое преимущество в гол. Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам и, наконец-то, добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью контролируют игру. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Пока неплохо. И эта игра в обороне, ну, знаете, достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Удар. Ну, ничего себе, забивают они. Бывает такое в футболе, всего один момент им понадобился, чтобы сравнять счет в этом матче. Это ответный гол, и командам надо начинать выяснение отношений заново. После ответного мяча у нас 1-1. Дмитрий Стоцкий. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Судья позволяет продолжить атаку. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. В поисках мяча уходит ближе к своим воротам. Мяч перешел к другой команде. Дмитрий Стоцкий. Это может быть опасно. Ударище просто. Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Мяч летит в Алексей Никитин. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить голову, и получилось, ну, то, что получилось. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Это может быть опасная атака. Удар по воротам.
Забивает он гол, да! Да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Да, наверное, команда подсела к концу тайма, но не стоило сейчас пропускать. Так, гол в раздевалку поднимает дух одним и здорово портит настроение другим, как всегда. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Судья добавляет 3 минуты. Тут может что-то получиться. Дмитрий Стоцкий. Вячеслав Кротов. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Ну что же, интересный тайм. Обе команды, как мне кажется, сохраняют шансы победить. 2-1 пока. В очень тяжелых условиях проходит у нас сегодня матч. Да, и, наверное, какого-то искрометного футбола и удовольствия от игры, думается, не получат ни футболисты, ни зрители, ни мы, комментаторы. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Далеко от ворот проходит мяч. Оригинально сыграно, мяч остается у них. Вот это удар! Удар точно в руки вратарю. Может получиться интересная атака. Опасно! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Пока неплохо. Скидка назад. Хороший обостряющий пас. Но забивать же нужно было. Все условия для гола, а он не попал. Много ли будет таких моментов в сегодняшнем матче, Георгий, а? Тем временем-то команда проигрывает. Дмитрий Стоцкий. Посмотрим за этой атакой. Вячеслав Кротов. Вот это да! Отлично сыграно. И есть поддержка у этой атаки. Удар! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Очевидно, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока мы видим игру в одни ворота. Футболисты явно поймали кураж. Тем временем у нас 3-1. Тридцать минут играть осталось. Отлично сыграно, надо решать. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Мяч за пределами поля, угловой. Мяч летит. И игрок обороны выносит мяч прямо с линии ворот. Вратарь сейчас просто обязан его поблагодарить, потому что защитник действительно здорово сыграл.
Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасно. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Вячеслав Кротов. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. И пробил! Блестящее спасение! Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. Подали мяч с углового в центр штрафной. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Защита справляется. Вячеслав Кротов. Это может быть опасно. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Пас назад. И как пробил. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Вячеслав Кротов. И... пас обратный. Скучновато. Дмитрий Стоцкий. Это может быть опасная атака. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Подача! Чей мяч будет? И мяч в руках у голкипера. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Две минуты добавляют судья. Забрали себе мяч и катают его не спеша. Победители сегодня известны, но могло быть и повеселее в концовке. Ну что же, игра завершилась. Неважно как, неважно с каким счетом, но этот матч они выиграли. Да, думаю, раздевалка сегодня будет наполнена позитивом. Воздушными шариками, шоколадками и мороженым.